Хамское отношение. Так некоторые предприятия относятся к муниципальной собственности. Об этом заявил замглавы департамента городского хозяйства Александр Орехов. Сегодня он проверил, как компания «Московский тракт» следит за городским имуществом. У нее в аренде находится очистное сооружение в селах Русское и Бахтам, а также база в поселке Садаковский, где должен проводиться ремонт спецтехники. Выяснилось, что ситуация в реальности отличается от той, что на бумаге. Большая часть техники на автобазе представляет собой груду металла. На территории грязь и мусор. Ну, я думаю, комментировать здесь бесполезно. Вы сами все видели. Поэтому сейчас решено полностью актуализировать списки со всеми арендодателями. И будем, наверное, также проводить объезд не только дворовых территорий, но и предприятий, арендуй, те, кто занимается арендой у нас. Основные недостатки, это мы видим, что на протяжении всего времени, когда происходила аренда, техника, она в принципе не ремонтировалась. Ее износ колоссальный, да. Вот. По честным, но я говорю, у меня просто нет комментариев, я думаю, сами все видели. Для начала нужно провести полный анализ, от этого уже будем делать выводы. Но то, что меры будут приниматься, это конечно.